a bad guy. Duh. Не, ну я бы, конечно, удивился, да, что я танцую во сне. Но это происходит, блин, каждый день. Поэтому даже прикольно, теперь хоть песенка нормальная. Ну вот только одна проблема теперь есть. Паленую водку-то я теперь не смогу пить. Меня ж в тюрьму посадят. Как же я без нее выживу? Чудо-приступ. Здорово, с вами снова я, Жека Полторашка. Ну или, наверное, уже Жека Петушарка. Или там Жека Бутылкашка. Ну, это, короче, меня в тюрьму садят, поэтому нужно новое прозвище придумывать. Короче, что-то моя жизнь бомжа пошла под откос. Я был вначале нормальным ютубером богатым, потом стал бомжом, потом захотел снова стать богатым ютубером. Ну, теперь меня садят в тюрьму. Мне кажется, вы мне что-то не то в комментариях советуете все время, вот поэтому у меня такие проблемы. На самом деле, во всем виноват этот Игорь Бердянский. Вот как он этим полицейским, блин, спалился, набухался. Я попытался его вытащить, в итоге теперь меня тоже садят. Ладно, в любом случае, спасибо вам за ваши лайки. Только благодаря вам выходит новая серия «Жить в полторашке». Меня отобрали все мои шмоточки. Вы помните, я в предыдущей серии купил себе полицейскую форму. У меня были бутылки, доширак, все отобрали. И посадили меня в эту клетку. О, нифига себе, Игорь Бердянский. Это я, значит, виноват, да? Ну, Игорь Бердянский... Полторашка, ты совсем дурак. Зачем ты пришел в суд? Игорь Бердянский, ну я хотел вас спасти и вытащить там, чтобы мы там дальше тусили в гараже у меня. Вот, это шутка какая-то, ты серьезно? Какой нахрен адвокат? Да я этот, адвокат! Адвокат! Нормально же адвокатировал там, вот я эту сторону обвинения почти ушатал. Так, ладно, уже назад пути нет, нам придется что-то придумать. Что придумать-то, что будем делать-то? Мне нужен телефонный звоночек, нужно надыбать телефонный звоночек. Телефонный звоночек? А у меня нет телефона, я же бомж. Сейчас, погоди. Начальник! Начальник! Не, я требую телефонный звонок. Я знаю то, что в европеоидных странах там телефонные звонки разрушены. Никаких тебе телефонных звонков, Игорь Бердянский. Ты слишком опасный преступник, сиди и не рыпайся, сейчас поедем в тюрягу. Ха-ха, наконец-то мы тебя поймали. Господи, какой из меня опасный преступник. Всего лишь картины украл, которые стоят, как этот город. Жек Бердянский, полторашка. Что такое, Игорь Бердянский, ну? Так, дело есть, короче. Смотри, ты обычный бомж, тебе и не должны доверить телефонный звоночек. Ага, а кому звонить? Так, короче, есть один типочек, но ты его помнишь, Кислый, я тебе говорил не цеплять его все время. Ага, короче, ты должен с ним связаться, он должен мне помочь, он мне должен. Ага. Хорошо, так, а можно мне это, погулять на улице? Я это, просто обычно, не погулять там, а позвонить, мне там нужно выйти, но я, короче, быстро выйду и вернусь, пожалуйста, но я не хочу тут сидеть, можно чуть, пожалуйста, погулять? Чего, погулять? А, ну это бомж этот, да ладно, хрен с ним, иди погуляй, денечек, разрешаю. Жука-полторашка, ты красава. Я знаю. Так, слушай, теперь ты должен обязательно найти Кислого, сказать то, что Игорь Бердянский попал в тюрьму. Понял? Да. И скажи, чтобы он использовал план С. План С, понял? Да, что? Ну да, я понял, план да, С, он знает, о чем я говорю, просто скажи ему это, главное, найди и свяжись с ним, давай. Муха ЦЦ, понял, муха ЦЦ, все, я все понял, Игорь Бердянский. План С, все, я помню, план С, все, сейчас все сделаю. Игорь Бердянский, вы не переживайте, все, муха ЦЦ, я все помню. Здорово, ребята, здорово, это, и я погулять пошел, вот, я бомж, Жек Полторашка, если что, всем привет, может, со мной хотите прогуляться, я вам покажу место, где очень много бутылок. Слышь, ты бомжара, иди-ка отсюда, пока тебя отпускаем, через день, чтобы был здесь, и не минутой позже, иначе тебя в карцер посадим. Ладно, че это вы сразу на меня наезжаете-то? Я хотел вам просто бутылочки показать, где находится, а вы сразу карцер, ой, какие вы, конечно, вообще. Фу, ну ты противный, конечно, вали отсюда. Ладно, ухожу я, чего это вы. Блин, это что мне дали только последний день походить по этому городу прекрасному? Нифига себе, это кажется автобус. Нам говорили с Игорем Бердянским, что нас на автобусе повезут в какую-то тюрьму.
Капец, я не хочу в тюрьму, я хотел это, ну там, погулять. Подождите, это как это, если меня посадят в тюрьму, то я ничего своего больше никогда, ласточку не увижу, что ли? А насколько нас садят, а что-то тоже не помню, а вроде на 10 лет. Блин, что ж делать-то, Игорь Бердянский что-то там говорил про этого... Про... Сиплова? А, он говорил к Сиплому прийти, точно! Я говорил к Сиплому прийти и рассказать про муху ЦЦ, точно, все помню. И Жек Подорожка вообще все помнит. Так, Сиплый, муха ЦЦ, все-все-все, или не муха ЦЦ. Мне кажется, он какую-то фигню несет. Ладно, он говорил сходить к Сиплому, я сейчас скажу к Сиплому и обо всем договорюсь. Я знаю, Сиплый у меня, меня точно не подведет. Возможно, это самые последние бутылки, которые вообще собираю за последующие 10 лет. Как же я проживу без этого? Это вообще, ну это просто невозможно. А без Ишираков, а без Ролтонов? Так, мне сказали через день прийти в этот полицейский участок и нас куда-то повезут. А может мне не приходить никуда? Может я просто у Сиплого на заводе поселюсь и ничего не будет? Здорово, топор! Эх, меня в тюрьму садят, прикинь. Да-да-да, топор, конечно, да, вот такие вот дела. Ой, что, бутылки, да, собираешь? Бутылку разбил, сидишь с бутылкой разбитой. Ладно, сиди, пойду я к Сиплому. Ой, ладно, надеюсь, Сиплый мне поможет. Ну, Игорь Бердянский сказал рассказать Сиплому про муху ЦЦ, я точно помню. Все, у нас круто, я знаю Сиплый. Сиплый, слушай, здорово, у меня тут такая проблемка вышла. Меня, короче, в тюрьму садят, вот. А Игорь Бердянский сказал прийти к тебе и рассказать про муху ЦЦ. Ну, я не знаю ни про какую муху ЦЦ. Это же в тюрьму, что ли, садят? Ты чё так, полторашка, ты чё, что-то плохое, что ли, там сделал? Да нет, там на самом деле сложная ситуация. Там Игоря Бердянского хотели посадить, а я пришел и хотел этого, ну, сыграть адвоката! Адвокат! Вот, и, короче, сыграл адвоката, а потом и меня, ну, тоже решили посадить. Ну, непонятно, короче. Вообще, я не знаю, может, меня не хотят посадить. Я вот, я хотел у тебя перекантоваться тут, вот, потому что меня могут посадить. Ну, ты, главное, про муху ЦЦ, ты же понял, да? Ну, я, значит, все сделал. А, ну да, ну, муха ЦЦ, да, ну да, знаю такое, да, муха ЦЦ. Точно знаешь, ну, просто Игорь Бердянский как-то говорил, что это очень важно, там, передай, помнишь, там, Сиплому про муху ЦЦ. Это вот точно, ну ты понял, да? Ну да, ты садись там, хлебни это, ну, паленые там балтики свои, ну как ты любишь, короче, садись там это, ну все такое, муж у меня перекантовался. А, видимо, я должен словить муху ЦЦ, ну знаете, когда сильно перебухаешь, ты ловишь муху ЦЦ, вот это, короче, видимо, про это говорил Игорь Бердянский. Так, Сиплый, я все понял, сейчас погоди, я быстренько сгоняю к себе в гараж, возьму там это, что у меня там осталось, и поселюсь у тебя, все, Сиплый, жди, сейчас я в это, твои двери закрою, не переживай. Эх, мой родной гаражик, походу, я тебя вижу сегодня в последний раз. Подождите, а где же Гуль? А куда же Гуль-то делся? Ничего не понимаю. Ведь мы его уже увезли куда-нибудь на штрафстоянку за то, что... Не знаю за что, ну типа потому что меня в тюрьму, наверное, садят. Ладно, хрен с ним, с этим Жигулем. Пойду я сразу же к этому, к Сиплому. Сиплый, ну короче, это, я сходил, там Жигуль мой куда-то пропал. Ну короче, неважно, ух, ни хрена себе, что у тебя такая за... Овечка у тебя тут. Да это у меня новый этот алкоголь подвезли. Хочешь попробуй, там нормально будет, я так говорю, нормально. О, ну и слушай, у тебя тут прям вообще выбор-то большой. Ну, я у тебя тут жить буду. Буду жить где-нибудь вот здесь, вот прям на конвейере. Слушай, Сиплый, твой вот этот вот новый алкоголь с овцой, вот прям шикарный. Жека Полторашка, а ну быстро выходите с поднятыми руками. Вы окружены, вам нужно отправляться в тюрьму. А, ну хорошо это, иду. Ух, ни хрена себе, вот машины всякие полицейские. Здорово, пацаны, я вернулся. Ой, вот так вот, главное, что... О, Жека Полторашка. На повороте. Здорово, ребяточки, пальчик. Вот так вот, закрываем тебя в клетке. Опа. Жека Полторашка. Игорь Бердянский, здорово. Что, не нашел кислого? Конечно, к Сиплому сходил. Какой Сиплый, кислый, план С? Сиплый, муха, ЦЦ и все. Кислый, план С, ты не нашел кислого. Я нашел Сиплого и рассказал ему про муху ЦЦ. Это жесть. Ты понимаешь, что кислый бы вытащил нас из тюрьмы? Сиплый, кислый. Очень. Кислый, Сиплый, какая разница, Игорь Бердянский, муха ЦЦ, самое главное, я вижу муху ЦЦ, это самое главное. Понятно все с тобой, все понятно, надо придумать новый план. Ой. Игорь Бердянский и Жека Полторашка на выход, автобус приехал. Ой, это Игорь Бердянский, это что, нас сейчас в тюрьму что ли повезут, да? Ага, угадай за кого? Ну, вы ж тобой картину украли. Да? А ты кислого не нашел?
Игорь Бердянский, я подумал, что это вы про Сипова говорите. Извините, пожалуйста. Ох, а вы классный автобус, смотрите, синенький. Что там, мы приехали-то уже, да? Ага, доволен. Ну, не вообще, на самом деле, не очень. Ну, автобус классный, удобненький, сиденья вот эти вот красненькие. Да, сейчас посмотришь, какие камеры у тебя удобненькие сиденья будут. Дебил, не нашел. Извините, Игорь Бердянский. Ладно, ребята, будем уже в тюрьме выживать в следующей серии. Как только наберется 15 тысяч лайков, сразу же выйдет новая серия. Вы там на канал Игоря Бердянского подписывайтесь, ссылка в описании. Ну, и на мой канал тоже подписывайтесь. Игорь Бердянский. Будете садиться на бутылку? Ты будешь садиться на бутылку, дебил. Я уже садился, мне уже не страшно.